Ничего, что у меня маленький рук. Ничего, все, поехали. На счет три. Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я опять снимаю видео с Полиной. Еще раз всем привет, и так как вы очень оценили видео, где мы с Кариной соревнуемся, кто первый размылит мыло, сегодня мы будем делать мыло своими руками из вот таких вот замечательных наборов. Да, у нас есть два набора со всем содержимым, что нам нужно. Там основа для мыла, ароматизаторы, красители и сами формочки. Вот тут вот коробочка, где формочки с животными, а вот тут с фруктиками. Очень прикольные наборы, и я решила их заказать только потому, что в детстве я просто обожала делать мыло своими руками. А также у нас есть 4 набора вот таких вот раскопок. Я уверена, что вы видели в ТикТоке подобные наборы. В общем, там что-то наподобие основы глины, раскопки динозавры, сокровища, единороги и что-то такое пиратское. Какой-то кусок глины, чего-то засохшего, внутри которого спрятан то ли какой-то кристаллик, то ли какая-то фигурка. И после того, как мы с Полиной поставим мыло высыхать, как говорится, чтобы уже его можно было достать из формы, будем вести вот такие вот чудесные раскопки. Видео развлекательного характера, чтобы вы просто посмотрели, как мы с Полиной развлекаемся и делаем что-то своими руками. Никакой рекламы тут нет, говорю заранее. Просто вам очень нравится видео, где мы с Полинкой вот так вот сидим, что-то делаем, соревнуемся, и я решила перед неделей страшных историй выложить такой крутой видосик. Мы вам желаем чего? Приятного просмотра! Да, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал ниже, если вы до сих пор этого не сделала. Не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. И у нас есть вот такая вот тележка. Вот тут вот 2 записочки с наборами, кому какое попадется, это мыльные, для того, чтобы делать своими руками. И вот тут вот 4 карточки с раскопками тоже, кому какие раскопки, как говорится, попадутся. Сегодня мы с Полиной мастерим, делаем все своими руками. Вы посмотрите на то, как мы с Полинкой развлекаемся, а также у нас будут очень крутые призы под конец видео. Кто все-таки доберется первый до клада, так сказать, что-то сможет найти в раскопках первый, тот получает очень крутой приз. Полиночка, покажи призы. Итак, на первом месте просто тяжеленный набор. Посмотрите, все валится. Доставай, поднимай. Итак, это у нас получает победитель, который получит первое место. Тут у нас очень много тканевых масок. Специальная повязочка для того, чтобы было удобнее наносить тканевые масочки. Вот такой вот ангелочек. Вот такие вот золотистые патчи в коробочке. Носки под названием «Мне лень». Это олицетворяет нас с Полиной на карантине. А также вот такой вот набор, если нам не хватило вот этого, делать мыло своими руками. Тут парфюмерное мыло тоже можно сделать своими руками. И сам главный, огромнейший набор. Я все стряхну. Выращивание кристаллов. Тоже офигенский набор, чтобы мы с Полинкой поразвлекались. И вы последили в инстаграме, как мы занимаемся рукоделием, что-то пытаемся сделать. Ну и чтобы нам не было обидно, есть призы для победителя, который займет второе место. Полин, подай. Первое, это у нас вот такие вот патчи, они, я как понимаю, черного цвета. Нет, зелененькие и рыженькие. О, прикольно. Закрытая новая пачка. Вот такие вот детские тканевые маски, я очень хочу, чтобы мне попался второе место, я не знаю почему, но потому что здесь все для меня уже. Ну да, Полина уже как бы заприметилась себе такие тканевые масочки. Дальше это вот такие вот гигиенические помадки. Еще новенькие, как раз таки то, что я делала заказ на сайте, фруктовый поцелуй, там всякие вкусы, клубнички, ежевички, дыни и так далее. Дальше масло для роста бровей, какой-то детский набор с какими-то радужными, бутылочка. Да, детский набор для того, чтобы выращивать, ну просто вот такие вот арбизы, водяные шарики. И носочки Кармели. Да, носочки очень крутые, я по-моему, а нет, я еще не открывала. Вот такие вот они миленькие, няшные носочки, очень красивые. И также я подготовила подобные призы совсем скоро в своем инстаграме. Я разыграю среди вас тоже офигенские наборы. Поэтому подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах, и совсем скоро вас ждет просто офигенский конкурс у меня в инстаграме. Видео решила не проводить, потому что тогда бы ролик получился очень долгим, и в инстаграме вам, я думаю, было бы удобнее участвовать в конкурсе. Я подготовила для вас очень крутые наборы, поэтому переходим. А мы что? Можем начинать. Да, погнали. Ну что же,
Полинка, у нас вот такая вот священная тележка. Вытягивай карточку, любую, либо внизу, либо наверху. Итак, тебе попались животные. Значит, ты берешь вот этот набор. А мне попался набор с фруктами. Вот такой вот чудесный. Эти карточки мы откладываем. Кстати, от коробок уже очень приятно пахнет, и ароматизаторы там разные. Еще у нас есть вот такие вот 4 карточки, но мы их вытянем попозже, когда уже будем проводить раскопки. Сейчас мы с тобой, Полинка, будем мастерить мыло своими руками, поэтому мы скрываем эти наборы. Я, как обычно, открыть ничего не могу. Мне нужны ножницы. У меня открылось. Итак, открываем наборчик и смотрим, что же у нас внутри. Итак, я быстренько покажу вам, что у нас есть. Формочки. Тут у меня груша, клубника, виноград и яблочко. А у тебя? У меня зайчик, что-то непонятное, какой-то ежик, да, ежик, мишка и белка. Да, отлично. Откладываем формочки. Дальше у нас есть основы для мыла. Я вам открою их, покажу. Они абсолютно прозрачные, вот такие вот квадратненькие, заранее порезанные. Очень приятно пахнут. Полины пахнет каким-то лимончиком, а у меня? У тебя по-другому. У меня по-другому. Основы, короче, у нас пахнут по-разному. И красители. Итак, у меня есть желтый. Я посмотрю сразу в пакетике в этом. Краситель желтый. Ароматизатор дыня есть. У меня клубника со сливками. Краситель синий. Краситель красный и ароматизатор земляника. Получается 2 ароматизатора и 3 цвета. Палочки-мешалочки. У меня ароматизатор дюшес и клубника со сливками. Офигенно. Вообще. У тебя вообще необычные ароматизаторы. Ну и вот такие вот у нас есть баночки для того, чтобы мы там растворяли нашу основу в микроволновке. Итак, для того, чтобы приготовить мыло, нам понадобится, как написано, поместить основу для мыла в емкость для растапливания. Мы с Полиной сделаем сразу по 4 формочки, но я знаешь, как предлагаю нам сделать? Половинку налить. Да. Мы решили с Полиной сначала сделать один цвет, растворив основу, а потом другой. Я беру саму вот эту чудесную основу, 3 кубичка оттуда, вот так вот они отдельно офигенско достаются. Вот так, берем по 4 кубика и складываем в нашу... Я 5 налила. Ладно, давай 5, все. Мы договорились, 5. Посмотрим, какие мы с Полиной мыловары. И нам это нужно положить в микроволновку или на водяной бане. Да, я пойду это положу в микроволновку, и когда это все растворится, мы быстренько вернемся к вам, потому что все остальное нам нужно будет сделать очень быстро. Так, я немножечко, наверное, передержала, но нам сейчас нужно это быстренько все сделать, у нас все дымится, поэтому мы берем, быстро добавляем цвет, ничего на себя не проливаем. Я беру красный краситель, свои палочки, капаю красный цвет. Я сделаю фиолетовый, смешаю красный и синий. Я добавила 15 капель, так Марина, как открой мне, красителя много, тебе синий. И держи тебе красный. Смешивать не надо. Лучше ароматизатор и один цвет. Я размешиваю тщательно основу, чтобы она не успела. Я смешаю. У меня получается, ребят, вот такой вот розоватенький оттенок. Я думаю, я прикреплю фотографию. У меня получается нежный цвет. У Полины голубоватый. Очень красивый. Я тебе открываю красный. Так, а почему у мы меня... торопимся? Потому что основа высыхает. Ну, все равно можем не особо торопиться, потому что это, ну, как бы для детей. А мы с тобой сидим такие, блин, ну, сейчас высохнет. У меня что-то пошло не по плану, как всегда. У тебя получился какой... А так я говорю, зачем ты смешал это? Надо было ароматизатор и цвет. Ну, хорошо, пусть будет такой непонятный. У Полины цвет ближе к черному. Я сейчас вам прикрепляю фотографию итогового цвета у Полины и прикрепляю фотографию итогового яркого цвета у меня, красного. Мы добавляем ароматизатор. Ароматизатор я добавляю... Очень вкусно. Запахом дыни. Полина, у нее все через жопу. У тебя все застывает, ты должна успевать мешать, дурочка. Вот так мешать. Успевай, быстрее, Полина. Да. А ты какой ароматизатор добавила? Я добавила ароматизатор клубникой со сливками. Ой, как приятно пахнет, ребята. Все, теперь ставим формочки на нашу подстилку и аккуратненько, держа вот за такую вот штучку, переливаем в форму. Мыло у нас будет высыхать. Я вам прикрепляю фотографию, как выглядят мои формочки и как Полинины. Полина заполнила только белочку, и белочка у Польки будет такого темно-синего или же черного мне цвета. Мне кажется, когда она высохнет, она будет, когда уже мы мылом, оно будет посветлее, мне кажется. Все быстро застывает, поэтому мы сейчас с Полиной приступаем добавлять основу. У меня тут уже мыло получилось. Я беру его сюда. Итак, Поля, мы с тобой берем остальную основу для следующих формочек. Я беру 3 штучки, кладу их также в остаток вот этого розового цвета, как вы видите. Так, я кладу в микроволновку на 30 секунд, Полина пока с вами поболтает. Я сейчас впервые понюхаю свой ароматизатор дюшеса. Кто такой дюшес?
Это, по-моему, газировка какая-то. Реально зеленая, которая, помнишь, газировка? Да. Очень вкусно пахнет. Да, капец, как похоже. Очень крутой. Как будто, все, я буду вот это вот делать. Все, точно. Я рискну. И так как у меня не получилось смешать красный с синим, я смешаю синий с желтым. Это, конечно, рисково, но я хочу, чтобы вам было интересно смотреть это видео и что же получится. Я добавляю уже синенький цвет, потому что вдохновилась Полиной смешивать цвета, я пока не буду, не рискну. Я добавила чуть-чуть прям синего. О, у меня получился зеленый цвет! Да? Ура! У меня получился. А ты какой зеленый смешала? Желтый и синий. Так, я тогда добавлю тоже немного желтого. Хочу немного зеленоватый оттенок, чтобы груша у меня тоже была такая немного зелененькая. Красители очень крутые, мы перемешиваем. О, у меня реально получается темный зеленый цвет. У меня опять все через жопу. Ну, у тебя хотя бы что-то по цвету подходит. У меня вообще звери неестественного цвета получается. Да. Итак, я заливаю зеленую грушу. И, Полина, тебе советую это делать аккуратно, раз ты рукожоп. Я сделаю зеленого ежика. Итак, у нас получаются чудесные формочки. Вот так вот уберем, чтобы зрители увидели. У Полины один цвет более фиолетовый, другие два темно-зеленые, у меня два красные и зелененькие. Мы с Полиной добавляем совсем сейчас немного. Ой, я немного пролила. Да, у меня все через сраку, как обычно. Ничего страшного. Мы для этого и снимаем это видео, чтобы вы поржали над нами. Итак, мы берем с Полиной еще основу и будем делать сейчас новое мыло. Я положу сейчас 3 кубика, потому что 4 всегда много, а 3 в самый раз, мне кажется. Да, я тоже так считаю. Итак, я ставлю в микроволновку. Сейчас я для вас сфоткаю с Кариного телефона формы, то, что у нас получается, и Карина вставит в монтаже то, что получится. Эта форма моя, я для вас сделаю фотку. И эта форма Карины, я для вас сделаю фотку. Получается красота. И у меня, кстати говоря, стал не темный фиолетовый, но он, конечно, темненький, но все равно он стал светлым. Светлее. Итак, наша основа быстро подогрелась, поэтому мы все с тобой, Полина, делаем по-быренькому. Я тебе приношу эту прелесть, чтобы все было аккуратно. И теперь я хочу смешать желтый цвет с красным. Синий уже не задействовать. Сейчас у меня будет красное мыло, потому что я хочу добавить ароматизатор клубники со сливками. Блин, ты такой рукожоп, конечно, уже какой раз роняет. У меня всегда эти штуки падают, я не знаю почему. Я добавила желтый краситель и немного красного. У меня получился красный цвет. Сейчас я добавлю ароматизатор клубники со сливками. Я перемешиваю, у меня получается очень грязный оттенок, похожий на такой горчично-оранжевый. И сейчас я добавляю ароматизатор и прикреплю вам фотографию, как это все выглядит. Ароматизатор я добавлю и клубники, и дыни. Буду экспериментировать. Я тоже хочу так попробовать. Давай, только основа засыхает, Полиночка, нужно это делать как можно быстрее. Мне кажется, это будет вкусно, потому что есть даже вроде бы клубничный дюшес, если я не ошибаюсь. Очень вкусно пахнет, я заливаю в форму. У нас с Полинкой все по жопе, итак. Я прикрепляю фотографию, что происходит с Полининами формами, и прикрепляю фотографию, что происходит с моими, чтобы вам было удобнее смотреть. У меня все более-менее не через жопу. Мы аккуратненько вот так вот убираем формочки, и мы с Полиной закончили мастерить мыло. Сохнет оно где-то часа 3-4, и под конец дня мы вам покажем, какая прелесть у нас получилась. Я сейчас все эти формочки отложу, мы с Полиной приберемся, и через переход я вам вставлю результат, какие мыла у нас получились. Ну а кто выиграл в этом первом раунде, решать вам. Мы помастерили с Полей мыло и сейчас наконец-то приступаем к раскопкам. Наши мыло уже застыли, и сейчас я буду доставать их и смотреть. Я свое, Карина свое. Вот такая вот у меня фиолетовенькая белочка. Давай-ка я ее покажу. Она была темно-синего цвета, а стала такая красивая, фиолетовенькая. Дальше. Пахнет она клубникой со сливками. Угу. Дальше у нас вот такой вот мишка, очень милый. Красного цвета. Вот так вот он выглядит. Красота. Дальше. Пахнет дюшесом. Угу. А это вроде был дюшес и клубника со сливками. Угу. Это вот такой вот зайчик. Получился очень насыщенный зеленый. Пахнет тоже дюшесом. Угу. И последний мой самый рукожопный ежик. Вот такой.
необычным дном. Да. Красно-зеленый. Вот такой вот ежик. Как вам? Вот такая вот красота получилась у Полины. Теперь мои фруктики чудесные. Достаем клубничку. Вау, посмотри, какая красивая. Вот такая вот красивая. Пахнет клубничкой. Дальше виноград. Достаем его. Проблематично немного. Немного коричневого цвета. Вот такая вот красота. Ну и яблочко красно-оранжевого цвета. Пахнет тоже необычно. Сразу детство вспоминаю. Красивое красное яблочко. Ну и последняя груша. Моя тоже рукожопская. Без этого не обойтись. Достаем. Очень приятно пахнет. Это, по-моему, я тут цвета смешивала, если не ошибаюсь. Вот такая вот красивая. Пишите ниже в комментариях, какой набор и какое мыло вам понравилось больше всего. Мы прибрались на столе, нашу мыльную основу с формочками поставили подсыхать на подоконник, и сейчас у нас будут раскопки. Это второй раунд. Кто первый дораскопает до приза, так скажу, тот и получает призы, которые у нас были для первого места. Ну а проигравшие призы для второго. Я аккуратненько составила наши раскопки, перемешала карточки, поэтому, дорогая моя, вытягивай. Вот эту вытяну. И там? Раскопки единороги. Единороги, отлично. Так, я вытяну тоже самую крайнюю, у меня раскопки алмазы. Алмазы это самое крутое вообще, то есть там попадаются алмазики. Наконец-то покажем зрителям, что это вообще означает. У нас имеются вот такие вот кубы, то ли засохшей глины, то ли чего-то необычного. И мы сейчас с Полиной это протыкаем, убираем защитную пленочку. Очень крошится. Крошим только на подстилке. Посмотрим, что кому попадется. Мне должен попасться какой-то алмазик, а Полине то ли какой-то единорог, то ли заколдованный алмазик для единорогов. Это все вот так вот легко крошится. Мы с Полиной будем вести раскопки и посмотрим, у кого получится, у кого не получится. Аккуратно, это... она на стол ложится. Да, это мы делаем так вот с краю, потому что нам приз может попасться вообще в любом месте. Я уже что-то нашла, ребят. Как? Ты с центра? И я тогда тоже найду. Полина, ты офигела? Все, Полина, однозначно первое место. Дай хоть... Да нет, его нужно раскопать еще. Да. Можете, ребятки, посмотреть фотографию. Там у Полины какой-то уже алмазик. О, все, я тоже откопала. Пау? В центре, да, у меня виднеется тоже какой-то крутой алмазик. Я вам, ребятки, сейчас прикреплю фотографию. Полина уже вообще там проделала дыру. Поэтому у нас сейчас соревнование. Кто а первый? Один алмаз всего? Кто первый что-то раскопать? Да, тут, по-моему, один. Но мы с тобой все равно, да, раскрошим, посмотрим, вдруг там не один приз. У меня рука уже отсохла. Ну ничего, у нас раскопки. Я выкапываю алмаз. Он у меня какого-то нежного красного цвета, но мне кажется, что он не один. Ты не думаешь так? О, я откопала! Молодец, у тебя там еще один. Вау, у меня еще один алмаз здесь сразу. Значит, тут все в раскопках, Полина. Ну, конечно, здесь же не будет на такой огромный. Я думала, один алмазик на все раскопки. Итак, я достаю свой алмазик. Давай, доставайся, пожалуйста. Посмотрите, ребятки, у меня вот такой красивый. Вау. Красный алмаз, очень красивый. А у Полины камушек, вот такого вот оранжевенького я цвета. Я здесь два сразу нашла. Да? У меня чего? Офигеть, у Полины там вообще дофига алмазов, а у меня непонятно. У меня второй алмазик. Вау, посмотри, как это красиво выглядит. Вау. Ребятки, я обязана вам это показать. Я докопала до красивого бриллианта. Он неимоверно суперско-золотистого оттенка, посмотрите. Полина уже выкопала там, я не знаю, сколько камней. У меня пока что только золотистый камушек. Все, я третий откопала. О, а я докапываю уже до третьего. Сейчас посмотрим. О, еще один. Блин, прикольно. Видишь, тебе вести начинает. Да, мне начинает вести. Блин, он на самом дне. Мы сейчас с тобой будем выкапывать это все полгода. Я почти докопала до серебристого. Я придумала, давай ножницами херанем. Смотри, как удобно. Алмазика. Мне осталось докопать до розового. О, вот такой вот. Вау, у тебя уже 4. Красивый розовый. А я пока больше ничего и не вижу. 2 hours later. Я выкопала еще 2 алмазика. Один фиолетовый, другой желтый. У меня вообще нифига нет. У меня дырка уже сквозь. У меня тоже дырка. Люля-кебаб. Чего? Я откопала единорога!
Ребят, смотрите, Полинка откопала вот такого вот нежного, красивого единорога. Очень красивого оттенка, посмотрите. Красиво. Тебе капец фартануло, у меня только алмазики. Мне кажется, мы стол с тобой сломаем скоро. В общем, у меня сломался камушек. Я это сделаю вот таким вот образом, и мне уже кажется, что у меня ничего не лежит внутри. Я уже уверена, что у меня ничего не лежит, поэтому дальше продолжать раскопки я не буду. У меня точно что-то лежит еще. У Полинки лежит. Поэтому я пока подожду ее, немножечко поведу раскопки палочкой. Я возьму ножницы. Давай. Короче, все, я закончила с раскопками по углам, я уверена, тут ничего нет. У тебя как успехи, Поль? Я только разработала тактику. Копать. Точно, мы с Полиной стучим как дуры, посмотрите, а Полина нашла тактику копания. Полина делает вот таким вот образом это все. Я пока сниму для вас на телефон момент, и вы сейчас его увидите сбоку. Итак, у меня есть, мои дорогие, вот такие вот камушки. Золотистые, нежно-розовые, красные, фиолетовые. Такие вот тоже нежно-розовенькие, одинаковые. Есть голубенький и беленький. У Полины есть единорог и очень крутые алмазики. Вот такой вот розовенький, прозрачный, красный, очень крутой. Полинка продолжает копать, и я уже сдалась, все. Посмотрим, что Полинке дальше попадется, и вернемся к вам. Все, у нас ничего нет, у нас остались вот такие вот маленькие камушки. Как вы считаете, напишите ниже в комментариях, есть ли еще там что-то, ваши ставки. Если вы знаете, сколько попадается всего камушков в раскопках, тоже напишите нам в комментариях. Ну и, соответственно, первое место кто получает? Тебе я? Больше. Ну да, во-первых, у меня больше, во-вторых, я быстрее раскопала, но я не знаю, типа, опять же. Возможно, я больше использовала ножницы, возможно, я сильнее. Ну, вообще, я все равно хочу второе место, потому что там все для меня, детские масочки, вот это все. Хорошо, тогда я получаю первое место. Посмотрите на меня. Ужас, ужас. Итак, второе место я вручаю Полинке, поэтому держи, моя дорогая. Тут набор с арбизами, масочки тканевые, все для роста бровей, вот такие вот гигиенические помадки, носочки. Ну и себе я вручаю большой набор на первом месте. Но все равно, ребят, половину из этих призов я разыграю, потому что я хочу, чтобы вы тоже получили призы, а разыграю я в своем инстаграме. И также вот этот набор по выращиванию кристаллов, мы, наверное, об этом снимем с Полиной отдельное видео. Поэтому все эти призы можно считать общими, офигенские, мы их откладываем и прощаемся с вами. Спасибо большое, что сегодня побывали с нами, где мы мастерили мыло, делали раскопки, это видео получилось супер крутое. Пишите, чьи мыло вам понравились больше. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мы очень старались. Кстати, вот эти алмазики я, возможно, тоже разыграю для вас. Хочу поделиться с вами нашими стараниями. Очень вас люблю, ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах. И всем пока!